В середине февраля на базе нашей школы пройдет неделя наук, в течение которой вы сможете принять участие в физических и химических экспериментах, привести более 100 доказательств теореме Пифагора, узнать новое и невероятное о нашей планете, попробовать себя в роли артистов в литературном конкурсе «Живая классика», совершить виртуальное путешествие в прошлое и будущее. А что об этом думаете вы? Что вас ждет от недели наук? Я жду это увлекательные перемены, в первую очередь, и интересные опыты, которые будут показаны по телевизору, который стоит в нашей школе. Какие мероприятия ты посетишь на этой неделе? По каким предметам? Конечно, я посещу любимый английский язык, посещу физику, так как там будут показаны увлекательные опыты. Вот. Ну, все, тогда ждем тебя на неделе наук. Удачи! Чего вы ожидаете от недели наук? Хотели бы вы принимать участие? Да, всем конкурсом. Конечно. Итак, Данил, расскажи, пожалуйста, чего ты ждешь от недели наук? Ну, я жду, что будет довольно весело, что я узнаю чего-то нового. По каждому предмету может даже сами оценить. Какие мероприятия ты хотел бы посетить по этой неделе, по каким предметам? Ну, я бы хотел посетить обществознание, потому что мне необходимо для сдачи ЕГЭ непосредственно по русскому языку и литературе, потому что это лично мне интересно. Мы по физике. А будешь участвовать в каких-то конкурсах? Ну, если